Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательного поэта, музыканта, артиста Александра Вертинского. Композиция называется «Прощальный ужин». Видео Евы Ахтаевой, исполнение Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Сегодня томная луна, как пленная царевна, грустна, задумчиво бледна и безнадежно влюблена. Сегодня музыка больна, едва звучит она петь. Капризна и нежна, она капризна и нежна, и холодна, и гневна. Сегодня наш последний день в приморском ресторане. Упала на террасу тень, зажглись огни в тумане. Отливы воткет по дну узоры пенных кружев. Мы пригласили тишину, мы пригласили тишину на наш прощальный ужин. Благодарю вас, милый друг, за тайные свидания, за незабвенные слова и пылкие признания. Они, как яркие огни, горят в моем ненастье за эти золотые дни. За эти золотые дни украденного счастья. Благодарю вас за любовь, похожую на муки, за то, что вы мне дали вновь изведать боль разлуки. За упоительную власть пленительного тела, за ту божественную страсть, за ту божественную страсть, что в нас обоих пела. Я подымаю свой бокал за неизбежность смены, за ваши новые пути и новые измены. Я не завидую тому, кто вас там ждет, тоскуя за возвращение к нему, за возвращение к нему. Бокал свой молча пью я. Я знаю, я совсем не тот, кто вам для счастья нужен. А он и мой, но пусть он ждет, пока мы кончим ужин. Я знаю, даже кораблям необходима пристань,
не таким, как я, не нам. Но не таким, как я, не нам. Бродягам и артистам я знаю, я совсем не тот, кто вам для счастья нужен, а он иной, но пусть он ждет, а он иной, но пусть он ждет, пока мы кончим ужин. Я знаю, даже кораблям необходима пристань, но не таким, как я, не нам. Но не таким, как я, не нам, бродягам и артистам. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт. Прощальный ужин». Стихи Александра Вертинского. Видео Евы Ахтаевой. Исполнение Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия».